Друзья, коллеги, только что к нам прибыла группа поддержки из центра, с площади Революции. Поскольку московские власти выжили нас с площади Революции, мы поставили 3 человека в московском метрополитене, чтобы оперативно переорганизовывать поток людей. Также мы выразили, наши коллеги выразили свое личное мнение и не согласились с решением московских властей, вышли в одиночные пикеты на площадь Революции. И эта группа поддержки только что прибыла к нам, и мы даем ей слово. Прошу, Анна Акимова. Спасибо большое, мы очень рады быть с вами сегодня здесь, потому что мы всех на площади Революции возвращали, собственно, с этого места, которое изначально было нами спланировано, желаемо, чаемо. Мы действительно хотели в центре города громко заявить во всеуслышание, что есть молодые ученые, что есть Академия наук, и хотя я лично против того, чтобы делить на возрастные категории молодые и немолодые, все-таки... Главное то, что мы единый организм, да, и мы должны показать, что этот организм существует, что он дышит, и что не нужны ему никакие преобразования, тем более путем хирургических каких-то вмешательств. Собственно, мы в метро выполняли следующую функцию. Наши коллеги, вот они, наверное, сами представятся, стояли, информировали людей, которые пришли по ошибке, которые видели старые наши плакаты, хотя мы пытались максимально в быстрые сроки устранить это, которые пришли на площадь Революции, и мы их, соответственно, направляли сюда, к вам, на Суворовскую площадь. Вот это Катерина Извозчикова. Институт мировой литературы. Да, Савин Анфиса. Тоже из Института мировой литературы. Так, и... Алексей Худяков из Института ядерных исследований. И, насколько я понимаю, было много... Да, физики, лирики вместе, это точно. И действительно, наш труд, он был нужен, насколько я понимаю, потому что вот все говорят, что люди приходили, брали листовки, желали удачи. Даже вы не представите, управление внутренних дел на московском метрополитене тоже с нами. То есть они передали нам «держитесь». Более того, даже к ребятам, которые стояли уже на площади Революции рядом со станцией метро, да, они подходили представители полиции и опять же желали успехов, говорили «держитесь», они повторяли то же самое. И в группе пикета у нас были я, соответственно, Акимова Анна, Сергей. Сергей Амбразевич, Фиан. Фиан, Сергей Амбразевич. И Илья Борисов, Институт нефтехимического синтеза. И спасибо вам большое, спасибо. И эта миссия, в общем-то, как мне кажется, удалась, потому что подходили люди и тоже спрашивали, интересовались. И в том числе были те, кто опять же пришел на площадь Революции. Мы опять же раздавали листовки, которые, думаю, вы уже видели, здесь их раздают. То есть вот мы такую предприняли вылазку в центр. И теперь мы с вами. Спасибо за внимание.